Спасибо. Всем добрый день. Обстановка не изменилась. Обстрелы территории республики подвигаются артиллерийскими. Количество 10 снарядов минометами калибром 120 мм было выпущено 116, калибром 82 мм 140 гривен. Также обстрел ведется при помощи стрелкового оружия, гранатометов и БМП. Огонь открывался по следующим населенным пунктам республики. Зайцево, Спартак, Ясиновато, Лебяжье, Жабичево, Старомихайловка, Докучаевск, Саханка, Петровского района, города Донецка и аэропорта города Донецка. В ходе артиллерийского обстрела и минометного повреждения получили 27 домостроений. На населенных пунктах Докучаевске, Горловка, Зайцево, Старомихайловка, Петровского района города Донецка. Преступное приказано открытие огня отдавали командиры бригад. Зубанич, Пребоконь, Водолазский, Горбатюк, Делятинский, Войлаков и Заболотный. Все данные о нарушении Минской договоренности были приданы представителям СССР, миссии ОБСЕ. Мы продолжаем фиксировать усиление группировки противника вдоль линии боевого соприкосновения. Так, в районе населенного пункта Красногоровка, 3 км от линии соприкосновения. Отмечено местохождение 220-мм САУ «Гвоздик». Прохоровка, 13 км. Зафиксировано прибытие 14 танков и 26 БМП. Украинское военное руководство продолжает изыскивать способы задержки личного состава на позициях из-за отсрочки плановой замены, связанной с нежеланием граждан Украины проходить службу в зоне АТО. Очередным способом стала умышленная утрата командованием 30-й бригады вооруженных сил Украины документов военнослужащих, подлежащих демобилизации, и как следствие задержки их отъезда. В связи с чем волна негодования среди личного состава вылилась в массовое потребление спиртных напитков и возникшие беспорядки. Происходящее в рядах украинской армии говорит о развале в рядах, низких деловых качествах командиров и неспособности украинского руководства и в дальнейшем удерживать личный состав в зоне АТО, отвечать за их действия, а также отчитываться перед родителями сыновей, смерти которых были допущены в так называемый небоевой период. Слушаю вопросы. Есть вопросы? Нет вопросов? Большое спасибо, до свидания.